пока ни у Коновалова, ни у Вилла, в общем, не было серьезной работы. Но чтобы она была, надо вот такие комбинации разыгрывать. И первая шайба на 12-й минуте. Локомотив открывает счет в этом матче. И вот, ну, только похвалил я за игру в обороне команды. Но сейчас-то челябинцы там оставили свой пятак каким-то не прикрытым. Давайте еще раз смотреть, как так получилось, что вот куда-то уехал Карпухин. Да, я не понимаю, зачем он поехал туда, к синей линии. Петерсон здорово сыграл. Он как бы имитировал передачу, что будут они разыгрывать шайбу перед воротами. А в итоге он развернулся и, смотрите, и бросил в ближний угол. И этого, ну, Ник Бейлин, естественно, перекрывал передачу. А вот Вилл, пожалуй, что вот его запутал этими своими действиями Андре Петерсон. Здорово сыграл. Но тут надо сказать, что Бейлина просто бросили на произвол судьбы.